Україні пропонують заборонити розводити та продавати домашніх тварин. Петиція про братів наших менших вже з'явилася на сайті президента. Автор просить встановити для порушників штраф до 68 тисяч гривень. Усе через зростання кількості покинутих чотирилапих у війну. Що про це думають наші народні експерти, зараз дізнаємось. Зачем запрещать кому-то разводить своих питомцев? Типа, это ж как друзья человека считается. Типа, если за ними правильно ухаживать, тогда и нормально все будет. Разводить можно животных по-разному. Можно разводить их с умом. Вот. А если просто, конечно, они будут в свободном выгуле и размножаться, как бы, ну, в этом смысла нет, конечно же. Не знаю, я против. Животное есть животное. Мне так кажется. Я сама хозяйка двух котів. Я, в принципе, ну... Це дуже суперечливе питання. Розумієте, в тій кількості, в якій їх зараз розводять, я думаю, що вона не потрібна. Але повністю, як, ну, от, вводити заборону, я вважаю, що це, ну, теж буде некоректно. Це треба врегулювати, як, власне, і будь-яку галузь. Мені кажеться, це вибір кожного. Хочете заводити, тільки слідіть, не хочете, не заводіть. Утримувати я хочу тварину, розводити їх я сама ніколи не розводила. І може це і на краще, бо деякі люди, які там, ну, можуть покинути ту свою собачку, кошечку, то погано, і в нас багато таких тварин. Я за животних, я люблю, у мене у самої много собак, мені завжди жалко бездомних животних. Якщо це, ну, запретить, яким образом запрещать? Кастрировать животних или как? Или это возлагается ответственность на тех, кто держит животных? Ну, возможно, это и правильно, потому что если у нас сейчас такое количество, действительно, очень большое количество брошенных животных... Я, наверное, согласна, потому что сейчас очень много брошенных животных, я, наверное, за. Ну, только в этих целях. Конечно, против. Как же мы без кошек, без собак? Животные – это такое друг человека. Конечно, кто желает, но не выбрасывать, как они делают. Купили собачку, выбросили на следующий день, она им не подходит и так далее. За это надо наказывать людей. А так, я против такого закона.